Итак, всем привет, дорогие друзья. На связи штаб игрового спецназа. И мы продолжаем играть в парк Южного, в Южный парк. У вас пока что эпизод 1 «Индийская пора». Сейчас, минутку. Да, у нас «Индийская пора». С 1 по 5 миссия. У нас пока что 3 миссия. Так, этап 3 его. Играем. У меня такое ощущение, что когда мы победим всех этих индейцев, у нас будет продолжение в лице каких-то других локаций, других персонажей. А, отлично. А ты не промах, новичок, но сейчас даже тебе придется туго. Шаман токен. Твоя смерть будет долгой и мучительной. Эй, токен, мне казалось, ты хотел стать моим заместителем. Ни за что, я лучше буду духовным наставником. Тогда начинай молиться. Хватит трепаться, ковбои. Готовьтесь к смерти. Победа! Нейтан. Новая карта? Отлично. Принимаем, Картман. Привет, меня зовут Дэвид Котобар. Я старший руководитель отдела маркетинга. И ты не пожалеешь. Что говоришь? А? Когда я забыл? Что-то он там предложить хотел. Из-за того, что, блин, как-то игра немного, ну, подвисает. А, ну что, коснись магазин, там тебя уже ждут. Отлично, у нас открылся магазин. В магазине можно купить всякие шикарные штуки. Ну, новые карты, конечно, да, логично. Но пока что только сыворотка Си. Так, магазинчик дает бесплатные карты. О, бесплатные карты, они мне как раз нужны. Угу. Конечно, чтобы получить еще больше классных штук. Халява. Так, еще немного денег.
Ну, точнее, много денег. Сыворотка силы, древнекаменелость, индейское перо, наконечники стрелы, звезда шерифа, полчища крыс, разбойник Твик, бандитка Салли. Кстати, надо ее сейчас качнуть, я так понимаю. Нелли, Аналус в группе, сказатель Джимми. Ну, неплохо. Сейчас посмотрим, надо попробовать бойцов качнуть. Новичок реально неплохо владеет телефоном. Да, ребят, только сейчас мы только развлечемся. Настя наверняка пустил в ход лучших бойцов. Новичок, ты круче всех. Спасибо, ребят, конечно же. А теперь ступай, убей уже Стэна. Так. Ну, мы убьем, наверное, Стэну. Ну, мы убьем его через две. Через два хода, так что на этом пока что у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.